Друзья, всем привет! Михаил Вилоформа на связи. Сегодня на обзоре крутая женская термокуртка. Она более позиционируется как весна-осень, зима, ну, из очень крутых материалов, о которых я вам сейчас расскажу и покажу. Хочу обратить внимание на манжетики. Крутейшие манжетики. Вот такие. Моспорт, если кто не знает, это фабрика итальянская, которая находится в Кассадаре, она выпускает торговые марки на линии Бианки Милана и топовые, все топовые вещи только шьет под брендом Моспорт. Обратите внимание на материал. Рукава у этой данной курточки отстегиваются. Отстегиваются рукава, манжетики тут такие вот, качество пошива, шовчики, все на высоте, made in Italy, однозначно, молнии UKK, так что мы имеем по материалу? По материалу, Camaltex, это у нас мембрана терморегулирующая. Вот, кому надо, пожалуйста, почитайте, было видно. Потом у нас здесь идет тефлон, это покрытие от дождя, то есть это, когда дождь падает, он сразу так истекает, вы не промокаете. Защита ультрафиолет, понятно, лайкра участками. Ну и вот, вот такое вот у нас, данная курточка в размере M. Сейчас покажу сзади, какая у нас красота. А сзади у нас очень тоже все красиво. На рукаве итальянский триколор. Логотип. Логотип. Вот эта вот штучка у нас отсвечивается. Вот эти на карманах накладочки тоже отсвечиваются. Два кармана очень классных. Вот и такая вот штучка. Не знаю для чего, но как бы для красоты. И внизу вот такая у нас тоже штука. Интересная такая вот. Выпуклая. Вот, девчата. Всем всем, в общем, рекомендую. Куртка очень классная. Будете комфортно кататься. Удовольствие. Все, всем пока. Хорошего дня.